Вон то место очень опасное, потому что там, всякие, короче, трубы, не трубы, арматуры и всякое там есть. Подписываемся, друзья. Друзья, как говорится, любишь на байдарке кататься, люби и байдарку возить. Вот так вот. Уже обучаемся, короче, с 3-й, 4-й попытки научились останавливаться на берегу и уже более-менее, короче, осмеливаемся даже отправляться в более долгий сплав. Друзья, что я могу сказать по поводу своего полученного опыта? Запасайтесь хорошими веслами, потому что это самая важная вещь в байдарке. Без весел вы никуда не проплывете, поэтому весло это самая важная вещь. Я тяп-ляп сделал, поэтому одну лопасть потерял. Это чисто, короче, одноразовый вариант был из ламината. Вот так вот. И качайте бицепсы, потому что на байдарке они вам понадобятся.